Решение строительства детского садика на Отрадной 3А было принято еще в 2016 году. На протяжении 2 лет план дорабатывался. За это время были выделены средства под постройку объекта, продуман макет, утвержден тип фундамента. Детский сад запланирован на 280 детей. Этой осенью с началом строительных работ у жильцов ближайших домов появились вопросы к застройщику. Люди опасались, что водоем, который находится рядом, будет засыпан. По словам городоначальника Ульяновской области Сергея Панчина, такой недопонимание возникло из-за малой осведомленности горожан. Местные жители боролись за сохранение водоема на улице Шолмова. В сентябре пруд начали засыпать под подстройку нового детского сада. Однако сейчас мы видим, что строительные работы ведутся неподалеку. Пруд остался нетронутым. Жители даже отправили обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой сохранить пруд. Чтобы развеять волнение общественности, представители исполнительной власти не раз встречались с жителями микрорайона. На последней встрече каждому из присутствующих в 5 экземплярах было выдано распоряжение, датированное от 6 декабря текущего года. В документе прописаны сроки и условия строительных работ. Плана ликвидации водоема среди них нет. Я авторитетно вам говорю, я проживаю в этом микрорайоне. Что на сегодняшний день никто водоем засыпать не собирает. Детский сад мы построим, сохраним водоем. Многие жители района подчеркивают важность появления нового детского сада. Строительство детского сада очень необходимо в нашем районе, так как у нас район очень густо заселенный, детишек очень много, много молодых семей. Ведется также застройка новых домов, поэтому детский сад очень нам нужен. Многие друзья, знакомые, честно говоря, даже как бы не хотят покупать квартиры в этом районе, потому что детский сад очень далековато. Ближайшее дошкольное учреждение далековато и от жителей соседних поселков. Вот недалеко находится поселок Ворыпаевка, где вообще нету детского сада. И именно строительство детского сада здесь, в этом микрорайоне, было и направлено с тем, чтобы и оттуда население могло сопровождать своих детей в данный детский сад. При планировании строительных работ застройщики уделяют особое внимание безопасности детей. Сейчас на месте стройки ведутся испытательные работы несущих конструкций. В данном случае испытания сейчас к концу недели будут заключения о несущей способности. Если не соответствует проекту, то мы начинаем забивку свайного поля под, ну, для фундамента, для россыпок. И это где-то в конце декабря уже половина свай будет забита, и в январе до середины свай будут забиты, и начнется уже возведение фундамента, а потом уже и кирпичных стен, ну, по проекту. Дата сдачи нового детского сада на улице Отрадная назначена на декабрь 2021 года. По словам застройщика, за это время все строительные работы будут завершены. Александра Никитина, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.